Одиночество на полу, как очерченный мелом круг, как защита от злобных ведьм. Только я не из божьих слуг все прощения не несу, я здесь заперт, как в клетке медведь. Я здесь заперт за крик и смех, за попытки любить их всех, за высокий полет наяву. Я здесь заперт за то, что пел, я здесь заперт за то, что смел, и теперь не пою, а реву. В моем реве услышит друг одиночество белый звук и тоски ледяные своды, но головой замыкая круг, под когтей жестяной перестук, я совсем не хочу свободы. Пусть на волю идет медведь, пусть звенит его шерсть и медь, я, пошире расставив ноги, остаюсь здесь, чтоб досмотреть, доиграть, домолчать, умереть. Так же, как умирают боги. Спасибо! На этом у нас все. Вы замечательная публика. Приходите еще. До свидания. А у меня еще вопрос. Так. Кто называл, кого называли казак Луганский? Дай. Владимир Даль. Владимир Даль. А почему казак Луганский? Потому что он родом с Луганска, где сейчас идут боевые действия. Вот совершенно верно. Вот, от поэтесса. Совершенно верно. А кто скажет адрес дома, где Владимир Даль жил со своей мамой и семьей в годы, когда он был в Оренбурге? Это Пушкинский дом 17. Нет, не советская. У нас есть дом Владимира Даля. Реставрировали мы там ставни. И мечтаем, что будет музей Владимира Даля. И даже нашли мецената, который бы выкупил этот дом. Но на баланс город не берет. Так что никто не знает адрес. Предположите, где жил Владимир Даль? Нет, не Чичерина. Ну, все улицы так не перечислили. Кто действительно знает? Нет, на Пушкинской. Не знаете? Нет, не Володарского. Пушкинская. Так, близко. Близко кто крикнул? Пушкинская. А номер дома не помните? Нет. Ну ладно, Пушкинская это уже близко, 42. Посмотрите на дом, там ставни, которые помнят Владимира Даля. И сирень во дворе, которую помнит Владимира Даля. И летник хозяйка сохраняет. Вот так. А на следующей неделе концертную программу представят творческие коллективы Белеевского района. Приходите.